Is that his spot on that? That is the plan of that. Ужасно холодно. Я весь дорожу, как перед экзаменом. Нет, главное, надо решиться. Долго думать, колебаться, много разговаривать. Знать идеалы в настоящей любви, я так никогда не женишься. Наталья Степановна не дурна. Образована. Чего же мне еще надо? У меня от волнения начинается шум в ушах. Не жениться-то мне нельзя. Во-первых, мне уже 35 лет. Возраст, так сказать, критический. Во-вторых, мне нужна правильная, регулярная жизнь. У меня порог сердца, постоянное сердцебиение. Я вспыльчив и всегда ужасно волнуюсь. Даже сапоги некому чистить. У меня вон даже от волнения начинаются губы дрожать. Дрожат вот уже. И на правом веке живчик прыгает. Самое это ужасное у меня это сон. Едва только лягу в постель, начну засыпать. Как в левом боку что-то дергает и бьет прямо в плечо и в голову. Я вскакиваю, как сумасшедший, похожу немного, обратно ложусь. Но опять начну засыпать, как опять дерг! Это как раз 20. Здравствуйте, уважаемая Наталья Степановна. Видите ли, уважаемая Наталья Степановна?
приехал к вам, чтобы обеспокоить вас. Прошу прощения, Петр Степанович. В общем, я приехал к вам, чтобы просить ваши руки. Наталья Степановна, позвольте поцеловать вашу ножку, Наталья Степановна. Здравствуйте, уважаемая Наталья Степановна. Ой, кажется, во браке. Вот новость. Вы что, это на бал едете, что ли? А вы еще с гитарой. Музицировать, что ли, будете, а? Ой, ой, Иван Васильевич! Простите, пожалуйста, мы тут подушки набиваем. Я совсем заработалась. Ладно, ты в них лежи. Простите, подушки, можно? Прекрасный бантик. Спасибо. Но это вы, Иван Васильевич, у нас во фраке, с гитарой. Что тут у нас так давно не было? Наталья Степановна, я... Давайте, давайте, присаживайтесь. После вас, Наталья Степановна. Наталья Степановна, я приехал к вам, чтобы... А погода нынче великолепная. Вот вчера целый день дождь лил, и рабочие ничего не делали. Кстати, вы сколько копий скосили? Я, представьте себе, жадничала, скосила весь лук, а вот теперь и сама не рада, и как бы мое сено не сгнило. И вот... Наталья Степановна, выслушайте меня, умоляю вас. Хорошо. Дело в том, что я решился. Конечно, вы удивитесь, и даже рассердитесь. Уважаемая Наталья Степановна, я приехал к вам, чтобы обеспокоить вас одной просьбой. Прошу прощения. Ничего страшного. Так вот, неоднократно я уже имел честь обращаться к вам за помощью. И всегда вы так... Извините, Наталья Степановна, я сегодня... Настроено просто. Не говорите мне о нем. Иван Васильевич, садитесь, подыграйте. Давайте, давайте. Еще было не забыто. Давайте. Так. Играть? Да. Он виноват. Но если бы он задумал бы. Так говорить.
Наталья Степановна. Прошу прощения. Я постараюсь быть кратким. Главное, много не разговаривать. Вы знаете Наталью Степановну, мою тетушку? И ее супруга? Вот. Так я от них получил наследство и землю. Ну, вы знаете, они покойные, к сожалению, уже, Наталья Степановна. Но... Так вот, они всегда относились с глубоким уважением к вашему батюшке и к покойной матушке. Разрешите, Наталья Степановна? Ну, конечно, присаживайтесь. Вообще, вы знаете, род Ломовых и род Чебуковых всегда находились в самых дружественных, можно даже сказать, родственных отношениях. Наталья Степановна, вообще, моя земля тесно соприкасается с вашей, да? Если вы изволите припомнить мои Воловьи Лужки, граничит с вашим берегом. Подождите. Позвольте. Я вас перебью, но вы сказали мои Воловьи Лужки. Да разве они ваши? Мои. Наталья Степановна, у меня рука онемела. Ну вот еще. Воловьи Лужки наши, а не ваши, Иван Васильевич. Нет, мои, уважаемая Наталья Степановна. Когда же ты они стали вашими? Пристаньте, подушечка. Как когда, Наталья Степановна? Так я говорю... Про те Воловьи Лужки, что ходят клином между вашим Березняком и Горелым Болотом. Ну да. Именно они, а не наши. Нет, Наталья Степановна, они мои. А ты? Как откуда? Наталья Степановна, так это... И из бумаг это видно. Какие бумаги? И мой дедушка, и прадедушка считали, что ихняя земля доходила до Горелого Болота. Значит, Воловьи Лужки были наши. Все, что спорить, я просто не понимаю. Иван Васильевич, в конце концов, я просто ушам своим не верю. Наталья Степановна, выслушайте меня, умоляю вас. Крестьяне, дедушки, вашего батюшки, так я уже имел честь сказать. Говорит для бабушки моей тёшки. Меня возмущает эта несправедливость. Говорите, что хотите, несправедливость. Наталья Степановна, если изволите, то отблагодарю их. Все это по меньшей мере. Давайте тогда лучше встанем, Наталья Степановна. А то давайте я вам помогу. Сейчас.
О, господи, Наталья Степановна! Так, так, сидите, сидите, не дергайтесь. Меня спину прихватило, Наталья Степановна. Давайте. Вот для этого сделать. О, поясница! Тише, 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 что же вы делаете? Защемило прям где-то между третьим и четвертым позвонком. Наталья Степановна, ой, как больно. Вы не представляете, у меня с детства проблемы со спиной. Иногда как что прихватит, вот ночью особенно. Вот вообще невозможно. И не спать, ничего, Наталья Степановна. Просто, вы бы это знали. Что же вы хотели мне сказать? Иван Васильевич, продолжим. Наталья Степановна, сегодня настроено. Наталья Степановна, все, я решился. Надо быть кратким. И главное, много не разговаривать. Наталья Степановна! Ой! Боже мой! Наталья Степановна, подождите! Что же у вас тут? О, боже мой! Сейчас я как-нибудь... Да, тихо, тихо, тихо! Ой, Наталья Степановна! Тихо, тихо, тихо. Дышите. Наталья Степановна, вот сейчас как будто молотком по темечку искрой в глаза. Может, вы головой ударились, а? А вполне возможно, Наталья Степановна. Вполне возможно. Да. Еще коленка болит. О, господи, аккуратнее. Все, 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 лежите. Лежите, не дергайтесь. Нет, Наталья Степановна, я лучше встану. Куда вы? Я лучше встану, Наталья Степановна. Да. Вот банки упал. Потом подниму. Я прошу вас извинить меня за мою дерзкую и пошлую выходку. Чего, Иван Васильевич? Нет, Наталья Степановна, нет. Это же чистая случайность. Просто... Нет, нет, мне прощения, Наталья Степановна. Мне надо поменять давным-давно. Блин, говорила я этому. Позвольте, Наталья Степановна, шляпу. Хорошо. Честь имею, Наталья Степановна. Иван Васильевич, ну куда же вы посмотрите? А, охота, охота! Когда вы на охоту собираетесь? Вам, Наталья Степановна. Стреляет, и в тот же самый миг добыча улетает, издав прощальный крик. И снова по болотам брожу, как призрак я. Охота, 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 страсть моя. Охота, 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 страсть моя. Опа-на, Наталья Степановна! Браво! Опа! Опа! Потрясающий Иван Васильевич! Ой! Ой, смотрите, рябчик! Рябчик летит! Вон он! Нет, Наталья Степановна! Вон он! Да не туда смотрит! Вон летит! Вон там! А, вижу, Наталья Степановна! Да стреляйте, Шуша, скорее! Давайте, оно давайте, летит! Давайте, давайте, сейчас! Попал? Да нет же!
сейчас, подождите, отдай Степан. Вот сейчас попал. Я видел, он упал там где-то, отдай Степан. Наталья Степановна, я же проверял, она же не заряжена. А, да я тоже сама удивилась, как такое возможно-то. Тихо. Это представляете? Это как один доктор говорил, Наталья Степановна. Да, да. Если не заряженное ружье висит, оно обязательно когда-нибудь выстрелит. Что за доктор-то такой? Доктор Чехов был такой, Наталья Степановна. Да? Ага. Давайте! Ой, Наталья Степановна, аккуратней! А доктор-то хороший! Ну, наверное, хороший. О! Раз так точно вырисовался. Наталья Степановна, представляете, у меня нога подвернулась сейчас. Должно быть, коленку сломал. Это как мой угадай, это тоже захромал. Ой, возьмите гитару. Угадай захромал? Да, представляете. О, угадайчик-то мой. Что он так? Не знаю, должно быть, вывихнул чего. Или другие собаки покусали. Пожалуйста, какая? Самая лучшая собака, Наталья Степановна. Не говоря уж о деньгах. Ведь я за него Миронову 125 рублей заплатил. Ой, да переплатили, Иван Васильевич. Ну что вы, Наталья Степановна, собака-то чудесная. Угадай-то. Ну, послушайте-ка, вот мой папа, он заплатил 85 рублей за откатая. Ну, откатай, сами посудите, куда лучше вашего угадая. Откатай лучше угадая. Что ж ты такое говоришь, Наталья Степановна? Откатай лучше угадая. Откатай еще молод. Он меня всадил. На плодам-то, а? И по росписи. Вы даже у Волченецкого не найдете. Наталья Степановна, подождите. Вы забываете, что ваш откатай-то подуздават. Подуздават? Не-не-не. Подуздават. Нижняя челюсть, короче, вверх, уверяю вас. А подуздаватая собака, она всегда не боится. Так, так, так. Во-первых, наш откатай породистый. Густавсовый. Он сын Забега из Томески. А вашего? А, смотрите. Мурагопек. А? Угадает, да даже до города не доберешься. К тому же уже старый. Ой, что да вы говорите? Старый уродлив? Вы об угадай сейчас? Да, Степановна, да? Я за вашего откатая не возьму таких. Наталья Степановна, как вы можете такое говорить? Таких, как ваш откатай. У всякого возлядника хоть пруд пруди. Вот-вот, не люблю. Четвертная, красная цена. Не люблю, когда человек говорит не то, что думает. Вот вы какие-то знаете, что угадай. Хуже во сто раз нашла. Наталья Степановна, да он же, ну, подуздавал, ваш откатай. Да уберите вы свои руки, неправда это! Да подуздавал. Неправда! Чего же вы так кричите? А зачем же вы говорите чушь? Вашу, угадай, давно сдохнуть пора. Вы сравниваете его, его. Наталья Степановна. С откатаем. Я не могу продолжать этого спора, у меня сердцебиение начинается, Наталья Степановна. А вот не замолчу, пока вы не признаете, что откатай. Куда лучше вашего угадай? Наталья Степановна, да куда хуже, чтоб он через нас уже откатай вообще. Как вы смеете? Мне сердцебиение. А вашего угадай? Нет, надо мне сделать. Мне лупится сердце, Наталья Степановна. Он и без того уже. Что ж вы как с цепи-то сорвались, Наталья Степановна? А что ж вы мои стулья трогаете, Иван Васильевич? Да нужны мне ваши стулья, у меня рука теперь сломана. Наталья Степановна! Садитесь! Прямо, здесь должно быть треснуло кость прям пополам. Наталья Степановна, ну что же вы делаете? Господи Боже! Совсем онемело все. Все онемело. Я не знаю теперь, что ж теперь делать. У вас, Иван Васильевич, какой-то бес сегодня вселился, ей-богу! То половину шти ваши, то откатай! Хуже угадай! Совсем все посинело. Тихо! Наталья Степановна, смотрите, даже пальцы не двигаются. Ну дайте, что ли, подую? О, вот сейчас двигаются.
Иван Васильевич. Ужасно больно, Анастасия. Иван Васильевич, сообщите цель своего визита. Наталья Степановна, я приехал, чтобы сказать вам. Нет, я приехал не сказать, я приехал предложить вам, Наталья Степановна, уже. Наталья Степановна, признайте, что угадай лучше откатаю. Ну, по совести, ну, признайте, что же... Да замолчите вы в конце! Предложение. Предложение. А как красиво ты написал. Предлагаю вам руку и сердце.